Где он, в шкафу? Может, и в шкафу. Нету. Нету. Значит, не в шкафу. А где? Может, в холодильнике? В холодильнике? Здесь только пиво. Пиво? Ну-ка, под крышкой посмотри. Нету. Нету подарка. Ну-ка, дай это выветриться. Ну-ка, под подушкой посмотри. Нету. Под седьмой кнопкой на пульте, точно. Зубы прорываются по левому флангу, поставь зубу, зубы режешь, шахнуем, зубы бьем, гол, зубы! Да, дорогие друзья. Вот это какой сволочью надо быть, а? Чтобы 8 марта футбол играть. Что? Не говори, нам приходится этих сволочей смотреть. Куда ты берешь, гад? Да, сосед, чего тебе надо? Плоскогубцы? Заходи. Дорогая, твои там плоскогубцы, пошли. О, слышала, что я творил? У меня в животе. После пива твоего. Посмотри, плоскогубцы ничего не приделано. Ничего не приделано. Я, наверное, его никогда не найду. Да найдешь, найдешь. Ты мой Google. Ты мой юзер. Ты меня обманываешь, по-моему. Да ты мой народ. Да ты мой чиновник. Дима, открой. А вдруг там курьер пришел с подарком? Я сама открою, курьер. Здорово, соседи. Привет, сосед. А ты что, курьер? Да нет, нормальный я. Я не понял. А ты что, 8 марта сидишь на диване, телевизор смотришь? Ты что такое бледный? Шубу, что ли? Квест! Чего? Квест! Вот смотри! Дорогая! Там под крышкой второй бутылки ничего нету? Нету! На! А то выдохнется! Да? Класс! На! А зачем тебе плоскогубцы? Да, с утра в квартире ремонт делаю. Ремонт 8 марта? Что ты такое подарил-то? Да путевку. В Таиланд? Да не, в куртку путевку, знаешь, такую оранжевую, в которой пути ремонтируют. Что, курьер, что ли? Да нормальный, я говорю. Ладно, пойду, моя меня потеряла уже. Ваш мужчина не подарил вам подарок на 8 марта, помните, его просили.